Специалисты Восточно-Казахстанского управления по чрезвычайным ситуациям провели брифинг для представителей средств массовой информации. На встрече обсуждались вопросы подготовки к отопительному сезону. Многие жители частного сектора уже начали использовать печное отопление, а значит, возрос и риск возникновения пожаров. Ведь большинство людей игнорируют меры безопасности при использовании печей, заключают эксперты. Всего в области насчитывается 238 110 домов с печным отоплением, из них меньше 180 тысяч особняков, более 30 тысяч многоквартирных домов. По словам спасателей, основной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей. Также распространено несоблюдение правил пожарной безопасности из-за нарушения правил монтажа и обслуживания электрооборудования. В нашем регионе, ввиду климатических особенностей, невозможно обойтись без отопления жилых домов. А с понижением температурного фона жители в ряде районов области уже отапливают свои дома печным отоплением, что сегодня определяет актуальность подготовки к отопительному сезону. Подготовка к отопительному сезону началась еще в июле. Следует отметить, что принятые меры по предотвращению пожаров в жилищной сфере дают положительные результаты. Например, по сравнению с 2020 годом количество пожаров уменьшилось на 32,6%, а количество погибших на 5%. Да, конечно, любое лицо может по месту жительства обратиться в территориальное подразделение департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области с письменным заявлением о даче разъяснений по правильному устройству и эксплуатации отопительной печи. То есть при допустим, как подозрении, что угарный газ выделяется, да, то есть если появился запах дыма в жилом доме, то необходимо эвакуироваться всем полностью, кто находится внутри дома, открыть окна, форточки, чтобы проветрить помещение. Спикеры также отметили важность соблюдения правил пожарной безопасности в период осенних полевых работ. Как многим известно, в Восточном Казахстане с начала пожароопасного периода произошло более 170 лесных пожаров. В связи с участившимися на территории области случаями загораний сухой травы в степных массивах и переходом огня на сельхозугодья, а также предстоящими осенне-полевыми работами, необходимо выполнить на границах лесостепных массивов и пассивных площадей минерализированные полосы шириной не менее 4 метров. Немаловажным является проведение противопожарных инструктажей с работниками сельскохозяйственных предприятий до начала уборки урожая. Уборочные агрегаты автомобилей оснастить первичными средствами пожаротушения. Фатима Айдын, Алтай Ахпарат.